Приветствую вас, дорогие диксоводы! Сегодня я хотел бы поговорить с вами о таком проекте, как OTC DIX Exchange. Проект был запущен около 2 месяца назад. Что такое OTC трейдинг? OTC расшифровывается как Over the Counter, в дословном переводе минуя прилавок. Этим термином обозначается не биржевая торговля, осуществляемая напрямую между клиентами и маркетмейкерами. В таком случае продавец и покупатель заключают сделку непосредственно друг с другом, обычно при содействии третьих сторон. Долгое время OTC трейдинг был важным инструментом на традиционном финансовом рынке, однако и в 2018 году нашел широкое применение и в сфере криптовалют. Так, естественно, для того, чтобы воспользоваться площадкой, нам нужно пройти простую регистрацию с помощью кошелька MetaMask. Нажимаем кнопочку «Войти», что у нас есть кошелек. Подписываем, нажимаем кнопку «Войти», придумываем себе ник, вводим e-mail, на который будет зарегистрирован аккаунт, и продолжаем процесс регистрации. Все отлично, у нас появляется такое окно, что нам необходимо пройти идентификацию по почте. После успешного подтверждения вы увидите зеленую табличку, что e-mail подтвержден, и можно переходить на главную страницу. Давайте с вами попробуем сделать оффер на продажу эфира. Для начала нам необходимо выбрать «Продать эфир» и выбрать нашу страну. Также можно выбрать метод приема платежа, но в нашем случае оставимся по стандарту. Спускаемся ниже. Вот, допустим, меня устраивает вариант «Продать эфир» по $277 за киви рубли. Нажимаем этот ордер, пишем сумму, которую мы хотим продать. В моем случае это будет 0,06 эфира. Это как раз покупателю выйдет на 1043 рубля 94 копейки. Подтверждаем нашу сделку кнопочкой справа снизу. И все, на данной странице мы уже можем наблюдать нашу сделку, где будут вестись переговоры с продавцом, а также меняться статус нашего оффера. Чтобы сделка состоялась, первое, естественно, что требуется, это подтверждение покупателя на данный оффер. Как вы видите, покупатель подтвердил оффер, и статус сразу же поменялся. Нам необходимо внести депозит. Появилась кнопка «Создать контракт» и перевести на него 0,06 эфира. Нажимаем на нее. Совершаем транзакцию. Только что на ваших глазах создался смарт-контракт. И теперь единственное, что нам необходимо, написать свой номер телефона и дождаться получения денег на свой Kiwi кошелек. Отправляем покупателю наш номер телефона. И в зависимости от его действий дожидаемся получения денежных средств. Но, тем не менее, смарт-контракт закроется через 1 час 54 минуты. Всего дается 2 часа. Буквально только что на телефон пришло оповещение, то, что деньги зачислились. И также в чате с покупателем видно сообщение, что покупатель подтвердил отправку денежных средств. Отправляем ему эфира. Подтверждаем. Делаем команду на смарт-контракт, и транзакция сейчас будет поступать нашему покупателю. И вот, пожалуй, на этом наша сделка завершилась. Как вы видите, мы достигли финального шага в данном оффере и нажимаем «Done». В принципе, саму транзакцию мы можем проверить на блокчейне, чтобы точно убедиться в ее отправке. И вот, открыв кошелек нашего получателя на эфирскане, адрес которого указан в оффере, мы видим, что деньги зачислились на его счет 12 минут назад. И как вы заметили, внебиржевые сделки это очень просто, благодаря DIX Exchange. Процесс покупки эфира аналогичен. Главное найти своего покупателя и продавца, с которыми вы бы сошлись на цене и в методе оплаты. Так что, друзья, торгуйте и зарабатывайте вместе с DIX Exchange. И до новых встреч!